Как оказалось, еще и клип вышел на трек «Замерз». Давайте смотреть. Блин, вообще праздник сегодня. Уф. Ебать, пацан, ты бизнесмен. Костом, как жизнь, ты стал полицаем. Что это за кадр? Движущаяся камера нравится мне. Вот это вот. Интересно, этот клип связан как-то с мультибрендовым? Режиссер один Жалелов. Клево, слушайте, очень круто. А вот этот кадр мне конкретно не понравился. Ну, типа, он очень как-то глупо выглядит, то, что они вылезли из багажника. А так все прикольно вообще, даже очень. Вот, а знаете, что у меня мысля какая пролетела? Что это либо до, либо после, ну, мультибрендового. Тут скриптонит еще переоделся, когда, ну, типа, футболку только оставил. Короче, сейчас посмотрим кадр мультибрендовым. И потом я вас отпущу. Мультибрендовый. Клевый клип, ну простенький, конечно, он как бы. Вот тут заметили еще, как бы скриптонит с Энди Панда сидят в тачке. И, собственно, также они едут, то что. Ну, Энди Панда типа за рулем, а скриптонит на пассажирском. Вот, нет, ну тут, конечно, желтая куртка у него. В любом случае, топчик. Топчик. Ну что ж. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите, что вам больше понравилось в этом клипе. Всем пока. Check it out.